Помимо перестрелок и беспорядочных атак, над городом нависла угроза химической войны. Местные жители в этой кровавой бойне стали невинными жертвами, чей мир был полностью уничтожен. Фрэнк Бонневилл в прямом эфире из Эквадора. Здесь, в Нью-Йорке, гораздо круче, чем в Эквадоре. Тут тебе и вино, и закуска, и никто не стреляет. Это Фрэнк. Ты журналист местной радиостанции. Это Финч. А я-то думала, ты далеко пойдешь. Я главный звукорежиссер. Вы отличная команда. Ты мужик, где твоя пара? Сисек? Яиц. Прости, ты сказал пара. Я еще понимаю пару сисек, но кто говорит пара яиц? Просто яйца. Мы должны были поехать в Эквадор, а доехали до квартиры в Нью-Йорке через дорогу от радиостанции. В прямом эфире с репортажами из Эквадора Фрэнк Бонневилл. Песчаная буря полностью парализовала город. Не разобрать, где небо, где земля. Солнце просто-напросто исчезло. Тебе бы почитать на эту тему. Я почти уверен, что песок не такая уж проблема в Эквадоре. Фальшивые новости. Наши источники сообщают, что два корреспондента пропали без вести. Они в серьезной опасности. Нас все ищут. А значит, придется взаправду ехать в Эквадор. С чего это нам туда ехать? Либо туда, либо в тюрьму. Настоящая катастрофа. Это бронежилеты? Они самые. А бронештаны у вас есть? А от жилетов-то что толку? Рики Джервейс, Эрик Бана. Уходим. Идем. Не пойду я. Пойдешь. Не пойду. Бенджамин Брэд, Америка Феррера, Вера Фармига. Я бы хотела призвать к щедрости американский народ. Если каждый из вас пожертвует $1 на наших героев... Ты что делаешь? Посылаю ей доллар. Для чего? Для героев. Молодец. Специальные корреспонденты. 29 апреля. Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании.